Привет, друзья! Вас снова приветствует развлекательный канал «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакштей Дмитрий. Мы продолжаем проходить Infamous 2, ну или Дурная репутация 2. Опа! Никс от нас свалила. Рассказ о прошлом, то есть та миссия, которую мы выполняли в предыдущей серии, завершена. И нам об этом сказали только сейчас. В принципе, как обычно, продолжаем ровно с того места, на котором закончили. Надо собраться! Идет эвакуация прибрежных городов на северо-востоке. Неизвестная угроза из Empire City продвигается дальше на юг вдоль побережья. Странный феномен поражает все больше и больше городов. Масштаб разрушений ужасен. Если феномен не изменит траекторию, он обойдет столицу стороной. Но президент Наварро заявил, что полагаться на это нельзя. В Вашингтон стягивают войска. Более 5000 резервистов Национальной гвардии, призванные для борьбы со стихией и защиты жителей. Да, зверь продолжает свое наступление. Нужно скорее добраться до Зика, посмотрим, что он там придумал, но сперва-наперво уничтожим вот этих ублюдков. Вот и все. Да, извини меня. Отлично, а теперь отправляемся к Зику. Это должно быть, в принципе, где-то неподалеку отсюда. Блин, задание вижу рядом. Выполним его. Как я и говорил, нужно выполнять эти второстепенные. Долгожданная свобода. Ну что ж, давайте приступим. Ополченцы погнали арестованных на болото. Видимо, хотят приманить монстров на живца. Идем. Пошли, очередной фарш устроим. Спасти мирных жителей нужно. 4 точки, указанные на радаре. На сей раз мы будем действовать скво. С ее этими возможностями. Ледяной королевы, ё-моё. Ну, ребят, этих злых не так много, на самом деле. Ни хрена он умудряется стрелять. Я так не умею. Осколок вижу впереди, вот за спиной у этой твари. Придется сходить за ним. Опа! Куда нам теперь? Слева от нас там враги какие-то, я вижу. Но давайте займемся... Так, еще один палаточный лагерь их. Давайте займемся точками этими, которые указаны на мини-карте, на радаре. Так, 4 граждан нужно спасти. Возьмем осколок сначала и отправимся вперед. Минус. Убит, нет? Да, убит. Ох, их сколько сзади там. Ой-о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 й
Минус. Да или нет? Ой, а можно с ним в ближний бой вступать, кстати говоря. Твою мать. Так даже, по-моему, гораздо выгодней получается, да? Довольно сильные атаки проводим. И он не один. Или он один? Ах, ты ж падла, ты гадина.
и мы убиты. Не получилось опять волной их тащить от себя. Черт возьми, проблематично. Еще бы если мне помогало это Кво. Это такое ощущение, как будто летает просто рядом и все. Вот где она сейчас? Вон она, вон. Ага. Ну ладно. Будем считать, что помогла. А ведь она же еще и косит вовсю. Так, лечить нужно? Нет, не надо. Все, одну цель мы спасли. По всей видимости, нам надо было сначала вот те две цели спасти, а потом к этим прийти. А я как-то с центра начал. Не, ну начал я с самой дальней, хотел в эту сторону идти. Получай. Будут выпадать с них, нет, еще что-нибудь? Отлично. Ну давай, Кво, помогай мне. Какого хрена я один здесь все делаю? Ну отлично. Сгусток энергии очередной для ионного вихря получим. Да, мы напали сразу на последний, по всей видимости, и там прибежали эти разрушители и так далее. Отлично, последний остался. Так, ладно, тебя вылечим. Спокойно. На вас мы свяжем. Иначе встанут, опять начнут вести свою не очень хорошую деятельность. Так, эту башню нельзя взорвать. Ну и бог с ней. Пойдем спасем последнего человека. Главное не умереть теперь от разрушителя. Но в ближнем бою мне с ним понравилось биться. Гораздо, по-моему, эффективнее реально получается. Что ты творишь, дурочка, а? Ну, наконец-то. Да получай ты уже. Все готово. Так, отлично. Давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Бам! Пойдем за сгустком опять. Возвращаемся. Опа, наверху осколок. Человек подождет, значит. Нормальная логика, по-моему, да? Бах! Где ты? Мы уже рядом. А вот и ребята, которых нужно проучить. Есть контакт. Вот, кстати говоря, точно, я же забыл. Я купил эту дрянь, которая... Оу! Фу, хорошо не воду. Изучил эту дрянь, которая позволяет мне восстанавливать всю энергию, весь запас энергии, если я уничтожаю их супер... Вот таким ударом, короче говоря, суперским. Блин, нет, не умирай только. Есть контакт. Ну что, твоя очередь, скотина. Давай! Давай, давай. Где она? Где он, точнее, этот разрушитель? Вот он. Знаешь что, пошел ты отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Больно, 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 больно. Ладно, шутить больше не будем. Где ты? Справа где-то появился. Брень. Лови. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, я так тебя добью даже. Да, добил, смотрите. На грани собственной жизни. Чуть было не погиб, но добил. Сейчас нужно подзарядиться и подлечиться заодно. Ну, ну давай, подзарядочка. Наверху же, вот. Есть контакт. Здесь где-то осколок, вот он. Ну все? А, ее нужно вылечить, наверное. Нет, она спасена. И без того. Осталось меж тем два, по-моему, осколка. Я проглядел, по-моему, два энергоосколка. И мы увеличим емкость батареи своей родимой. На какой хрен мне сейчас куда-то еще бежать? Чтобы сдать задание, что ли? Напомню, кто-то дурак. Да, блин, а рядом со мной не могла поговорить. Отлично. В такие моменты жизнь кажется почти сносной. Была бы ты со мной, ё-моё, и не пришлось бы за тобой бегать, чтобы поговорить. Скидки на бухло закончились, мне доставляет это. Отлично, задание выполнено. Теперь можно со спокойной душой отправиться выполнять. Опа, основное задание. Что там Зик приготовил для нас, узнаем хотя бы. Побежали. Нет, нам не на этот провод. Нам куда-нибудь сюда. Ага. И дальше. Через кладбище. И все дальше, и дальше, и дальше. Отлично. Мост сейчас перейдем. Вот этого дядьку мы трогать не будем. Уже по понятным нам причинам. Потому что мы не хотим красть энергоосколки. А вот этих двоих мы убьем. Хм, красота. Извини. А, нам не нужно. Этот ионный сгусток нам не нужен. Ну, значит, бежим дальше. Мы уже почти добежали, в принципе. Вот он здесь наверху. Больше никаких миссий я рядом не вижу. Тихо-тихо, давай-давай, забирайся. Без проблем, ты должен здесь забраться. Отлично, молодец. Ну что, Зик, чем обрадуешь? Эй, Коул, знал, что это ты. Как дела? Ну, все здесь. Выкладывай, Зик. Супергерои, мать его. Я выяснил. Передатчик Бертрана в форте Филипп. Все нормально? Девочка злится. Бертран передал ее способности кучке болванов. Уничтожить. Уничтожим передатчик. Что? Нет, еще чего. Оставим его себе. Будем отнимать способности у других. Ты не понимаешь. Это все тупое нытье. Тебя типа изнасиловала машина. Мы пять минут, а меня уже тошнит. Визжать. Сначала достаньте, а потом будете делить. Форт Филипп огромен. Нужна армия, чтобы захватить его, перекрыть выходы и обыскать. Нам помогут люди Лароша. С чего бы им помогать? Надо дать им что-то, в чем они очень нуждаются. Да, типа пинка под зад. Пищу, укрытие или антибиотики. Кстати, ополченцы чумой не болеют. Бертран захапал все лекарства. Вот их мы и дадим Ларошу. Я отметил на карте маршруты патрулей. Можно вычислить тайник. Это интересно. Пошли. Отлично. Молодец. Это должно сработать. Что? Отдать им лекарства? Нет. Так они станут сильнее. А нам нужно, чтобы они были слабые и злые. И как этого добиться?
просто. Нацеплю рыжее шматье ополчение и устрою такое шоу. То есть бойню. Ну или так. А потом явишься ты и всех спасешь. Тебя будут считать героем. Что скажешь, котик? Что ты спятила? Тебе нравится. Не дослышав, киса свалила от нас. Вы можете вместе с Никс одурачить повстанцев и заставить их восхищаться вами. Красная точка начала операции. А можно помочь им достать лекарства и стать настоящим героем. И помочь им стать сильнее при этом. Мы так и сделаем. Не надо корчить из себя героя, если мы можем стать героем. Не нужно корчить из себя героя, точнее. Тем более наша цель — стать хорошим ангелом-спасителем, мать его. И как бы Никс я не симпатизировал, мы не послушаемся ее идей. Ее предложение, точнее, не послушаем. Вот, кстати говоря, надо будет, наверное, заново перепроходить игру. Потому что жутко хочется узнать. О, кстати, можно так. Смотри, куда идешь завоевать. Не взрывом, а волной скинуть их. Одним меньше. Отлично. Ограбление предотвращено. Смотри, куда идешь. 4 из 5. Осталось один, и получу детонатор. Шикарно. Бам! Да, нужно будет заново проходить игру. Мне лично потом еще раз. Если послушаешь Никс, будет только хуже. Ты сам понимаешь, чтобы повстанцы нам помогли, нужно завоевать их уважение. Потому что хочется поиграть за плохого еще. Получай! Причем и первую часть, и вторую, наверное, буду заново перепроходить. Но это уже потом когда-нибудь. Одинокой зимней ночью. Не получишь. Они в панике бегают с этими осколками. Не получишь, не надо, не отдам. Не собираюсь. Кстати, Ко, отстой. Она хочет помочь всем, кроме нас. А если послушаешь меня, станешь для этих дурачков богом. Ты спятила, Никс. Ко, узнала, где у Бертрана медикаменты? Кое-что узнала. Я знаю, где Ларош. Ох, она не только узнала, где медикаменты, но и забрала их. Красота. Отлично. Ой-ой-ой, смотрите, кто здесь? Стой, лучше кругом. Воу, не успел. У нас же суперспособности. Я расчищу путь. Так, ну расчистить получилось, конечно. Можно было и вихрем сработать, наверное. Ну давайте. Бам! Тело, по-моему, унесло куда-то туда. Да, с ионным этим зарядом. Тогда возьмем его. Ну и куда нам? Сюда, что ли? Погнали, погнали. Лови! Вот теперь дорога пуста. Там кому-то помощь нужна была, ну да ладно. Ой, энергии почти нет. Надо подзарядиться.
Не достает моя энерговолна это. Ну давай. Всех убил? Ну нет, не всех, там сзади остались. И да бог с ними. Никс хвасталась своей идеей. Молодец, что пошел со мной. Она совсем чокнутая. Прикинуться ополченцем и развязать войну. Злодейка из комиксов. Это точно. Придем к повстанцам с чем-то нужным. Например, с медикаментами. Примут с восторгом. О, или хотя бы просто примут. Слушай, Кор, ты не урод. Ты все та же. Просто показалось. Ой. Ну да. Спасибо на добром слове. Вы смотрите, кто у нас тут. Не, ребят, вас я убью. А потом уже буду уничтожать эту дрянь. Блин. Задница повернута ко мне. Давай, давай. Опа! Но опять закрылся в панцире. Получай. Чёрт. Скорая уничтожена. Ай да, и носорог. Ай да, сукин сын. Чёрт возьми, ну ладно. Будем долбить не... не со скорой. Тем более здесь есть еще один осколок. Что ты делаешь? Коул, бляха-муха. Давай уже забирайся и не клоуничай мне тут. Осторожно! Даже что-то стоящее получилось. Половина здоровья уже точно у него нету. Давай, открывай рот. Открывай пасть, говорю. Оу! Черт возьми! Я умер, что ли? Да ну ты издеваешься. Я же жал R1, как ты и хотел, дура. Ладно. Дубль 2. Ну как-то непонятно почему, но сложно с ним справиться. Ладно, подождем. Пока. Он будет отвлечен на ополченцев. И в эти моменты будем его жахать. Только подальше от скорой нужно отойти. Да чё возьми. Давай. Вот так. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Через стол. Через стол финишь мне. Не умри. Не умри. Подлечился и отходи, отходи, отходи. Нет, 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 нет. Выживи. Выживи, Коул. У него там пару ударов осталось. Давай, 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 давай. Открывай пасть. Черт возьми. Все. Противник повержен. Носорог, ты один из самых сильных. Блин, эта падла никогда не доставляла мне таких проблем, как сейчас. Ну ладно. Главное, сейчас совсем разобрались. Салют! Безответственно даже было послать машины, не зная куда. Ну что поделать. Так, тут какой-то взрыв. Оу! Фу, получилось. Берегись!
только не ракеты, только не ракеты. Свалим, свалим, свалим отсюда. А теперь шмаляй. Давай, стреляй сколько хочешь. Ирод, бляха-муха. Оу! Знаете что? Ловите! Тяжеловес получил достижение. Ну, в смысле, я получил достижение, тяжеловес. Давай, поехали, красавица. Рули. Ах. Окей. Подзарядиться и выкинуть. Давай. Ну? Есть контакт. Эй, ты уже проехал? Проехала. Шустрая какая. Главное не дать выстрелить в себя из ракетницы. Уже почти. Да, я был бы счастлив, если бы уже. Макрат, это ты угнал неотложку? Мистер Ларош, мы привезли вам медикаменты. Опа! Да вы сдали нас с потрохами! Спалили наше убежище! Вот черт, да, об этом мы не подумали. Ну, у всех планов есть свои огрешности. Кажется, нам никто не поможет, да? Теперь. Да попади ты уже по нему. Так, пацаны, вы если разойдетесь, вы вообще не погибнете. Никто из вас. Получай. Только вот, по-моему, и чужих, и плохих. Ой, и своих, и чужих. Начал атаковать, вот как сейчас. Ха. Отлично. Идем в ближний бой. Ближний бой, говорю. Ближний, говорю, бой. Погнал, погнал. Бах. Совсем не ждешь. И вонзает нож в спину. Сечешь? О чем он там болтает? Ну, спалил я твое убежище. И что теперь? Зато лекарство привез. И скольких народу, скольких ополченцев мы сейчас перебили. Борьбу-то за захват убежища выиграли мы именно. Тебя ждет вот такая смерть. Так, еще один наверху. Наверху, так наверху. Сейчас. И его не будет. Не понял. Сейчас, секундочку. Какая-то ерунда.